Всем привет, ребята. Меня зовут Виктор, и мы продолжаем бороться с зомби в зараженном городе Харан. Сегодня попробую я все-таки сгонять в яму, освободить профессора Зера. Вот, но прежде мне нужно апнуть будет уровень. Уровень вот этот вот. Тут осталось 11 тысяч набрать. По заданиям давайте глянем, что мне нужно. Теория большого взрыва. Осталось, это надо ночью бомбу заложить. И блудного сына спросить ее о Крестове. И яма. В общем, мне где-то нужно 11 косарей сейчас добыть. И единственное, что у меня, на что надежда, это отжать у кого-нибудь. Отжать, точнее, не у кого-нибудь, а у этих, у мудаков Раисовых. Груз. Вчера он себе катану такую неслабую замутил. Она мне прям очень нравится, как она работает. Не всегда, конечно. Ой, ёптать, а ты-то чё? Ты на автопилоте, что ли, или чё? Ты пьяная? Ёптать, пьяный зомби. Вы видели? Пьяный зомби. Опа, вот где-то отрубает башку сразу, а где-то не сразу. Ну ничего. В общем, сейчас я объясню, почему я не хочу идти в яму, не апнув уровень этот. Потому что вряд ли у меня получится там с первого раза пройти. Я там, так как я уже игру проходил, я в принципе знаю, что меня ждет. И вряд ли у меня получится с первого раза пройти. А потерять все вот эти вот очки накопленные я не хочу. Поэтому мне нужно сейчас дождаться падения груза. Дым валит. А слушай, а мне же где-то этот говорил охранник. Где-то красный дым валит. Ты, говорит, видишь, где красный дым? Так, Крейн, торопись, его нужно вернуть. Слышь, завали ты, а? Сходи сам тогда, если так тебе не терпится. Вот, дом с красным дымом. Давайте-ка попробуем найти дом с красным дымом. Мне вот просто интересно, где это. Ну, хотя уже вечереет, да? То есть уже вечереет. И хер его знает. Может, стоит попробовать в тоннель этот щемануться. А там рыгун, блювун и пердун, и кто там. Кого там только нет, короче. Да? Дом, так, а дом, это сюда. Очково, конечно, честно говорю, очково, потому что... Так, тут есть какая-нибудь безопасная зона поблизости? Тут, по-моему, есть, да, какая-то безопасная зона поблизости? Так... Почувствую себя Робин Гудом. Тут только, блядь, не у кого и нечего отбирать. Ну так хер с ним, да? Ты идешь к шахте, я надеюсь. Слушай, ты дурак или как? А, Брэкен, скажи мне, ты дебил? У меня, наверное, есть чем пока заняться, да? Ты так не считаешь? Я вот, например, считаю, что мне есть чем заняться. Вот, например, очень трудный замок вскрыть, попробовать. И в надежде там найти какую-то стоящую вещичку. Да? Вот, сука. Так. Здорово. Опа. О! Не зря, не зря. Открывал, да?
Не зря две отмычки сломал. То есть за это и двух отмычек не жалко. Так. Слышите? Сопит идет. Чё ты, блядь? Ну на, на тебе еще. Так. Ого. Где черти тебя носят? Ты уже идешь к Зыре? Чё ты еще ждешь? Слушай, как ты меня достал, блядь. Как ты меня задолбал там. Нытик, сука. Так. А, короче, знаешь, что мы сделаем? Да, мы все-таки щеманемся, спрячемся в безопасную зону. В безопасную зону. Сколько тут? 20-21. Сделаем вот так. Дождаться вечера. Чтобы... Ну, время это. Все, вот вечер наступил. Все, теперь нам надо... Сука, теперь нам надо выжить. Теперь нам надо выжить и не сдохнуть. Вот что нам надо. Так, вроде тут не видно никаких пиндосов. Не слышно их. Мерзких. Мерзкого вопля, дыхания, стоп, стонов там. Что они там еще делают? Пердят, кряхтят. Вообще, в общем. Не слышно. Это такой мудак. Это такой мудачело. Короче, несерьезный. Мне на него похеру. Давай. Слушай, сука, ходит, падла какая-то. А ты за забором ходишь, что ли? Только вот не надо говорить, что мне за забор надо. Сука, не надо. Валим нахер. Валим, 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 валим. Не работает. Да, неожиданно. Ладно, придется сделать небольшую. Чё? Ты дурак? Да, неожиданно, ладно. Сперва вскрой корпус, подрежь его под минусной клеммой аккумулятора. Обогни ошибку вдоль прорези. Так ты доберешься до жгута проводов спускового устройства. Теперь проверь, хорошо ли припаяны два зеленых и три красных проводка. Ставлю на зеленый провод. Я их на пьяную голову паял. Крайне безответственно с моей стороны. Супер. Супер просто, блядь. Просто супер. Среди сейчас вот этих вот вот. Вот, вы слышите, что это тут, блядь, где-то? Скотобаза вон визжит. То есть просто вот здесь визжит. Вот, и вон еще ходит, и вон еще ходит. То есть два мудака, короче, ходят. Два мудака. Еще и в туннеле, по-моему, он там сидит, да? Че, все исчезли? Пиздец, блядь. Вот ты меня подставил, мудак, блядь. Нахер я убегал? Ёб твою, блядь, дивизию. Сука. Ну ты мудила. Вот и это. Говорю, давай проверим, сука. Все как в аптеке, ты не ссы, блядь. Успей только сбежать, главное. Ага, ёптать. Сбежать успей. Она сразу сработала сперва. Так, давай нах. Ладно, тут... Ёб твою! Ты б сказал, что ее просто пнуть надо, ёптать, а не обогни там, блядь. Заебись. Разнесло нахрен гнездо и баррикаду. Теперь по туннелю можно пройти. Я говорил тебе, мой друг, если что-то смастерю, оно взорвется. Фу, блядь. Зайди, я дам тебе схему бомбы. Спасибо, блядь, мудак. Поговорите с Куртом, 118 метров. Так, а у них там безопасная зона, интересно, у этих... Или нет, просто чтобы, если я сейчас щеманусь туда, чтоб мне там не это, не... Потому что я же сейчас пробегу-то по
Да, по-моему, синька безопасная. Щемим. Вроде безопасная. Ой, а чё у меня не кошка стоит-то? Ты чё, блядь? Фу. Ты... А... Так, и где-то еще, слышите, самолет летит. Где-то летит самолет. Где, 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 где? Так, здесь упало. Сколько это метров до тебя? О, не, нахуй. Манал я ваши. Такие приключения. Опачки. Слышь, а чё ты тут стоишь-то, подруга? Сильно деловая, что ли? Так, давай. На, держи, я слегка изменил конструкцию корпуса. Вместо батареи жестянка. Бабахнет послабее, зато жестянки проще найти. И места меньше. Спасибо, Курт. Так, 4500 ты только дал. Награда. Бомба Курта. Так, сколько мне еще осталось, получается, навыки? 50... Так, сколько мне, если я сейчас дреману, дадут очков? Если я дреману... Так, а где я дремануть-то тут могу? Дреман... А, на втором этаже. Сейчас мне надо посмотреть. Потому что, может быть, мне просто ночью надо будет. Так, а что я... А вот сколько? 3600 дадут. 3600 маловато. Угу. Мне нужно 7000. Мне нужно, короче, 7000, да? Да пошли, ёптать. Мне нужно 7000. Чтобы... Что мне нужно такого сделать, чтобы 7000 заработать очей? Так, сколько у меня молотовых? 2, да? Не, ну можно просто сейчас прихуеть и вот так вот сделать. И свалить, да? Типа... Вообще, сколько? 4300, блядь. 4300, сейчас скажут еще там, да? Соси у тракториста там. Так, а сколько вон... До того. Тут рядом находится территория, захваченная бегунами, да? Ну-ка, подожди, а если я сейчас попробую еще разок вот этого сопляжу я там мочкануть. Так, он же там тоже где-то в безопасной зоне сидит. Или я сейчас опять добегаюсь, нарвусь на кого-то, получу, блядь, по полной. Так, подожди, мне надо луки стрелы взять. Так. А, вон он тут сидит, да? И тут этот, блядь, мудак. Ну, тут зомби такие. Тусклые сидят, тухлые, вернее. Ёб твою мать, блядь. Чё, они меня спалили, нет? Спалили, нет? Нет, вроде не спалили, ну-ка. Охеренно, давай. Ай, ёб твою мать, куда я упал? Подожди, я ж... Блядь, убил того, но это...
Убить-то убило, вот собрать не собрал. 6592. Сука, давай, короче, спать, все. Ждать до утра и... Потому что если я сейчас чувствую вылезу, а грибу ебать там. Так, давай вот. О, все, тем более уровень апнули. Все, сейчас мы только, знаешь, что, сбегаем, проверим. Ну, проверим мы. Сейчас только другана завалим. Или, а, это подружайка. Подружайку мочканем только. Так, 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 а чё тут? От этого ничего не осталось, что ли, мне? Так, я что-то не понял. Мне что, ничего не осталось от этого, да? Видать, ничего не осталось. Ну, ладно. Так, мы сейчас, короче, туда. Блядь, где-то еще это ебанутое. А, нет, тут... Тут этот ебанутый. А, ну ты убился. Убился или убилась, мне вообще похеру. Так, давай. Апаем. Так, что ты пишешь? Научить использовать чертежи эффективнее с каждым эффектом. Эффект улучшится, и вы наносите больше урона. Ну, конечно, давай. Да ёб твою. Убился, слава богу. Так, ну чё, все, съебываем. И чалим. Ну все, теперь в яму идем. Я что хотел, сделал. Конечно, с маленьким, с небольшим запозданием. И тем не менее, все-таки сделано. Так, это чё? Сука, еще присаж. А, так у вас много? А чё у вас так много-то? Вы чё там, охренельшие совсем, что ли? Вот. В капусту. Так, а... Ё-моё, блин. А здесь... А здесь тупик, да? Тупик. Химикаты зато какие-то взял. Тупик. Тупик. Оп. Так, а там чё? Кого-то пиздят. Чё, суки? Не ждали, блядь? Кто там базарит? Ты что ли? Герой что ли? Нашелся? Чё? Мозгов не хватило убежать, когда время, возможность была, да? Все, чувак, давай. Короче, говорит, эй, ты помоги мне. Я уже тебе помог. Все, тебя не как ангелы меня послали. Бабло, давай. А, ты джаггернаут отдал, да, мне? Ну, хер с тобой. Тоже неплохо. Сука. Витя, ты, короче, можешь это... Не отвлекаться уже на все вот эти вот, блядь,
тому стрелу в зад воткнуть, тому, блядь, пизды дать. Просто уже бежать к этой сраной яме. Ты, блядь, уже третью серию до ямы добраться не можешь. Все на каких-то мудаков отвлекаешься. Ох ты, надо починить. Не, ну починить-то это дело святое. Это святое просто. Че я там в огонь куда-то влетел? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Штаб закрыт, все входы перекрыты. Не знаю, смогу войти. Смогу ли войти? Найди вход, проверь сзади, но не делай глупости. Да, конечно, блядь. Эти твари тебя на куски порвут при первой возможности. Ну да, блядь. Так, эти где-то наверху стоят. Что-то мне подсказывает, что здесь это. А грибу я сейчас пиздец. С автоматами они там или с чем? Сука, он с автоматом ходит. Так, а мне... Я скрытое убийство прокачал, интересно, или нет? Прокачал, но тут скрыто хер подойдешь, да? Тут только надо в жбан ему въебать. Нет, тут не варик. Тут не варик. Так, если я... Если я попробую на самый верх. Сука, кошка решает. Оп. А, ты все, помер? А ты еще живой? Давай гуляй отсюда, Вася. О, ты как это... Ты прям под стрелу встал сам, ну извини. Я думал, промазал. А ты, падла, мне прям сам. Музол такой-такой-то прям. Нормальный такой музол, он сейчас качает. Так, что может еще стрел сделать, пока еще возможность есть сделать, а то и, может, и собирать некогда будет стрелы. Так, как она там называется, стрела? Стрелы рейнджера, вот. Давай, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Сорок сделаем. 40 стрел сделали. Так, а как мне спуститься, вернее, где или что? А, подожди, тут на моем уровне еще, получается, есть. Да? Вот он. Алло, гараж. Так, теперь где-то здесь есть еще. Джо Луп. Оу. Ты даже не увидел, кто тебя убил. Эх, бедолага. Чё-то походу, блядь, и в яме сейчас. Надо как-то побыстрее двигаться. Так, спуск. Здесь спуск или чё? Отмычек нету нихера. Сломалось, да? Чё ещё, отмычек надо сделать? Отмычка. О, нифига, я сколько могу их сделать. Два. Три. Давай 20 штук сделаем. Ой, тут все равно ни хера путнего не лежит, короче, это. Не геморрой, в общем, с херню не страдай там что-то. Утопленников этих дырявых, блядь, искать. Так, теперь мне надо сделать вот что.
Так, вот это мы сделали. Отлично, теперь надо с этим то же самое сделать. Живучий такой, ты сдохнешь когда. Так, и где-то там еще, да, один колхозник остался. Так, алло, гараж. Что, дурак, что ли, блядь? Ты зачем в меня стрелял? Все равно сдох. Так, ну он мне показывает, что надо куда-то наверх идти. Только вот наверх зачем? Вход наверху, что ли, где-то, да? Еще выше. Еще выше. Подожди, а где тут вход-то был? Ну, найдите вход в здание. Ну вот, я вот здесь, и чё? Где вход в здание-то? Я что-то это. Вот здесь вход в здание. А, да. Точно. Ну ладно, а чё, убил во дворе, не помешают, лишними не будут. Громил Райса, похитили Зару, разгромили трейлер, забрали все его оборудование. Если он подготовил пакеты со следиями, то сейчас они все забрали. Так. Ты куда, в ВГМ звонишь? Это Крейн, мне нужна помощь в ВГМ прямо сейчас. Очень жаль, Гиткрейн. Это Министерство обороны. Что за... Что происходит, черт возьми? Что случилось с ВГМ? Влияние ВГМ в городе уменьшилось. Мы берем ситуацию под контроль и объявляем Харан целью по коду 0. А по коду 1. Погодите, стойте. Не отключайтесь. Вы не можете просто разбомбить город. Тут сотни невинных жителей. Тысячи? Не имеет значения. Наши действия спасут миллиарды жизней. Полагаю, вы это понимаете. Так, ладно, слушайте, здесь находится ученый, его зовут Зара. Он работает над вакциной, он почти закончил, я видел исследование. Если вы разбомбите город... Принято к сведению, один ученый в разрушенном городе получил полезный результат. Да, шансы уничтожены, но у вас 48 часов. Ну вот и все. А ты что ожидал? Интересно. Сколько же я 23 стрелы потратил? То есть не зря я сделал, да, стрелы. Так, ножик метательный. Ну что, погнали? Так, давай мы вот так. Я просто тут сейчас не понимаю, куда мне пиндовать надо. Так,
Что здесь? Сиги. Всякая херня, да? Сигареты, сигареты. Средство какое-то. Так, а что, пожрать ничего тут нету, да? Так, домашние припасы в холодильнике. В холодильнике пахлава лежит. Или как там, пахлава, пахлава. Так, а что? Угу. Ищите доктора Зера. Так, мне вот интересно, мне сейчас оружие ближнего или дальнего боя понадобится. И просто если они меня спалят, то... Блять, а там же эти... надо было все-таки мне вниз спуститься и забрать у них эти. Надо было забрать оружие. У них же там патроны были, я что-то это... растерялся. Оу, щет. Ну да, блядь. Так, аптечки. Чё ты сюда? Куда? Ну и чё? Слушай, я не понял, чё ты? Куда мне надо было упасть-то? Ну сюда, я вот упал, и чё? Чё дальше-то? Чё не открывается вот это вот? Или тут надо было как-то слезть и там с плакана там или... Сука. Чё за бредятина-то, блин? Наверх надо было или что? Сука. Короче, давай мы сейчас вот туда опять. Ё-моё, блядь. Ты камикадзе просто. Не, ну я маленько, подожди, я... Не, так... не, ну тут же. А, не, ну она показывает, что надо наверх. Только наверх насколько? А чё ты трос-то чё не цепляешься, блядь? То есть наверх насколько? Ну вот, я здесь, ещё дальше. Теперь она показывает, что надо вниз. Слушай, ты меня сейчас что, это... дрочишь или что? Вниз-то куда? Куда вниз-то? Может, вот здесь где-то, блядь, спуск есть? Может, нахер мне это? Да нет, тут... негде вниз пробраться. Только здесь. Давай хоть помародерствуем. И мы входим. Серьезно? То есть мне надо было спуститься по канату, чтобы эта кнопка стала активной? Это дебилизм полный, блядь. Ну согласитесь, это гон полный. То есть я вниз спустился, но кнопка, сука, не стала активной, пока я по канату не съехал. Пипец вообще, блядь. Так, кто-то точит. Так, ну-ка, а как тут? Как там быстрое убийство-то было? Ну и чё ты там? То есть мне надо к вам выйти, да? Ну
Так, ну-ка, давай, знаешь, что мы сделаем? Так, ножи, метательный топор 184, нож 137. Это, вот эту вот штуку мы на сюрикен заменим. Вот так вот. Тут мне сейчас, скорее всего, кошка не понадобится. А вот эта штука понадобится. Так, ребята, вы где, внизу базарите? Или где-то здесь? А чё тут, ничего у вас стащить? Так, ну... Внизу где-то они разговаривают. Ну, стрелы-то надо собрать хоть как. Так, удерживайте, чтоб искать. Здесь кто-то, что ли, сидел? Лучше, блядь, зачистить этот этаж, потому что они там такие мудаки потом. Набегут со всех сторон, а с луками, стрелами тяжеловато будет отбиваться. Так, ну все, здесь, по-моему, вот сюда я заглядывал, да? Бухло и припасы, домашние деньги. Так, ладно, это тут нету этих мудаков, короче. Поэтому нехер тут тогда и задерживаться, если тут нету никого. Где ты, старый друг? Так, вон тело стоит. А тут не стоит. Так, давай мы маленько почетырим. А, ты, сука, пошел куда-то. Куда ты пошел? Ёпта, я чё, в голову тебе не попал? А теперь попал. Все, тут больше нет у вас. Я ж тебя с 3 стрелы закинул. Вот она еще одна где-то лежит. Ну, отдай стрелу мне. Так. Сейчас я пиздюлей получу, да? Брекен, не могу найти Зэри. Похоже, тут пусто. Там есть подземный уровень. Может, он там? О, ты мне вовремя сказал про подземный уровень. Вовремя. Так, тут закрыто, там мертвые. Так, тут нету больше никого. Опа, пестик. Пестик — это хорошо. Пестик — это прям очень хорошо. Вряд ли... Ох ты, полицейская, полицейская. Похоже, чтобы заберу что... комплект полный. Так, так, так. Чё, все что ли? Прям реально полный комплект? Ну ладно. Остается тебе поверить на слово. Так, теперь подвал. То есть еще ниже да надо, да? Так, стоп. Тут есть мудаки. С оружием. Хули тогда? Чё тогда мы? Подожди, а где моя снайперская винтовка? Так, слышь, камуфлированный. Под тебя убрать надо. Я что-то это... А, сейчас тут перестрелка, да, будет с вами? Мудаками. Башку свою высуни. Это тебе, блядь, не хер. Это снайперская винтовка.
Чё там? Это, блядь, снайперская винтовка. Это тебе, блядь, не хер собачий, да? Чё ты там? Ну? У меня за плечами, блядь, 5 частей Far Cry. А вы тут со мной стреляться собрались. Counter-Strike, ёптать. А вы со мной стреляться собрались. Так, еще там двое где-то на карте. Так, а что у нас тут? Так, мы сюда лучше, знаешь, что поставим? Пистолет. Пистолет сюда лучше поставим. Он меня, по крайней мере, путать не будет. Так, только нахер он мне нужен, конечно. Пистолет, а чё ты? Ты меня видишь там, что ли? Ты куда стреляешь, ты дурак? Так, зеры. Сука, уроды. Чё, камон? Сейчас будет тебе камон, блять. Ну давай, высовывайся, чё ты? На нахер. Сдох. Вот. Кто это? Кто здесь? Спокойно, док, это я. Крейн. Хвала небесам. Слушай, это очень важно. Не факт, что я выберусь. Очевидно, мои исследования не должны пропасть. Вы не умрете, док, но прямо сейчас нам нужно выбираться, так что прошу чуть тише. О, да, ну все. Но пойми, исследования не должны попасть к доктору Камдену, вот почему я отдал пакеты Джейн. А должны попасть, наоборот. Я знаю, вы обещали их доставить, но она была там, а время поджимает. Опа, док. Откуда вы взялись, блядь? Мудаки. Так, ложная надежда на спасение тут же развязала доктору язык. Поймите, поймайте скорпиона любой ценой, с удовольствием.
А эти двое, что с ними делать? Вы ее не найдете никогда, и я не скажу ни слова, вы ничего не узнаете. Доктор, о том, чтобы вас разговорить, я беспокоюсь еще меньше, чем о вашем побеге. Ты садист, он же старик. Окажите доктору первую помощь и заберите Крейна в яму. Все. Я в яме. Я нашел Зеру, хотел забрать его к Брэкену, но Раис и его банда устроили засаду. Не знаю, что теперь будет со мной и доктором. Что будет сейчас? Пиздец тебе будет, что будет? Ну... Че, попробуем? Поднимите его. Вот черт, док. Ты подобрался к нам, как змея в траве, Крейн. В городе лжи ты худший из лжецов. Что ты несешь? Отвечай, скотина. Да, вышел из себя. Это вы, американцы, умеете и любите. Если... Неплохо. Уберите тела Крейна, оставьте. Да, сэр. Ух, сейчас жара начнется. Ну, повеселимся. Повеселимся. Веселье в полном разгаре. Так, очухались. Поднялись. И... Кошки хер, да? Ох, сколько у вас долбоебов. Погнали. А чё ты, почему бегать не можешь? Труба такая. Взрыв-пакеты. Ага. Самодельный метательный нож. Взрыв-пакеты, взрыв-пакеты. Похеру чё-нибудь. Так, и... И-и-и. И все, да? Так, ну это не густо. Это не густо. Сколько вас тут? Блядь. С трубой-то тут особо не повоюешь. С трубой особо не повоюешь. Хер с тобой. Ножка от стула, еще какая-то говнё. Ну вот тут уже проще, когда они залазят, хоть башку можно им. А, так вы это, подохли, да? Ну ладно, так, еще ножи. Еще ножи. Ну, вот поэтому я и не хотел сюда лезть, ибо тут пиздец, аптечек ноль, от движухи до хера. Все, пиздец. 6000? А когда я 6000 очков успел набрать-то? Когда же я успел набрать 6000 очков-то? Ну. На нахер. Так. А сколько у меня еще очков? 20. Откуда у меня 20 тысяч очков-то было? Когда я?
Просто интересно. Да что ты? Когда? Когда? За ним, сука, зомби гонятся, а он пакеты собирает с этим, с лутом. Дебил. Ой. А я это... Сам думал к тебе залезти. Подожди, откуда вас столько-то? Блять, откуда вас столько мудаков-то здесь? Все. Так, здесь что, взрыв-пакеты? Взрыв-пакеты. Взрыв-пакеты. Еще труба. Еще труба. Так, и что еще дальше-то? Что? Все? Ну... То есть это не все, а где продолжение этого банкета? А, или надо всех их замочить, да? Ну, где еще? Так, еще труба. Так, а ножи еще будут? У меня только 3 ножа. А, вот, еще ножи нашел. Простой нож. Так, подожди, где еще кто прячется-то, ёптать? А, вон. Всюду расскажут о твоих подвигах. Жаль, что ты тогда уже будешь трупом. Поговори мне там еще, блядь. Это твоя первая жалкая попытка управлять своей судьбой, Крейн. Боюсь, слишком слабо и поздно. О, молоток. Замечательно для ходячего мертвеца. Уцелейте в бою на арене, подберите мачете. А где мачете? Мачете, мачете, мачете.
А, вот где-то мачете лежит, да? Ну, давай. О, все. Подарок. Ну, все. Спасибо. Спасибо. Слышь, бедолага, ты не охреневший ли? Ёб твою мать. Так, где еще газовый баллон был? Где еще был газовый баллон? Так, сейчас подожди мы. А чё ты там все стоишь? Я тебя уже здесь жду. Эй! Дебилушка. Короче, вот такая стратегия. Он с разбега башкой куда-нибудь ударяется, оглушается, и вы его в это время, ему надо повредить броню. То есть ему надо повредить броню. Вот, видите, он? Блядь, неудачно. Неудачно, неудачно. Фу, вообще неудачно. Так. ХП с нуля, да, значит? Ну, хер с тобой. Слышь, мудила. Сильно не наглеть, главное, вот. А, ну ты руками машешь, когда ты руками машешь, так хер к тебе подойдешь, да? Хер так к тебе подойдешь. Ёбаный в рот. Ты чё? Давай. Так, все, со спины броню расломали. Чудесно. Да. Ну, барабан. Ой, иди ты нахер. Так, со спины броню сломали. Сейчас надо оглушать и по спине просто его херачить. Все, оглушился. Вон, видали? Вот, брони нету, и все, как у него дамаг сразу проходит по нему. Вот это вот такая вот хитрость. Главное просто ему не попасться под удары, и все. Так, еще можно вот эти ножи поставить. Они же тоже ему. Так, 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 корифаны. Я так не договаривался, ептать. Я так не договаривался. Еще и истеричек мне сюда подбросили, блядь. Вообще охерение. Что мне там... Так, давай, давай. Все, въебался. Ну-ка, давай. С тобой 5 ножей потратил. Так, подожди.
Ну, эй, Люся, давай сюда. Ну что ты такой косой-то, блядь? Вот столб. Давай. Еще, в принципе, на разок и все, блядь. На разок и все. Так, Дуся. Дуся, Люся, Манька. Так, стопэ. Стопэ, подруги. Так, ты сюда. Ты давай. Давай быстрее. Тварина, блин. Ты видишь, он кидается? Че, быстрее не можешь, что ли? Ну. Блин. Ну давай, я уже заждался тебя. Так. Все, один остался, да? Давай. Здорово. Ну давай, 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 давай. Опа. Так, все. Все, пиздец ему. Давай обшарим его. О. Че? О, я думал, дольше будем возиться с ним. Ну, по тактике он, в принципе, быстро убивается. Ты послужил замечательным развлечением для моих людей. Жаль, что я шел на один раз. Как на один раз? Давай повторим. Это лишь отложит неизбежное. Но сделай, что можешь. Так, давай мачете починим. Никто не скажет, что я тебе ничего не дал, Крейн. Уцелейте бою на арене, возьмите огнетушитель. А, так, огнетушитель. А зачем? Подожди, это аптечка. А почему огнетушитель было написано? Я больше не удивляюсь твоим навыкам, Крейн. ВГМ хорошо тренирует своих людей. О, черт. Раис. Опустить вниз. Брось оружие. Че, очкуешь, да? Ой, очок. Очок. Хаос, Крейн, хаос. Вот истинный порядок вещей. Предатель иное чистое безумие. Позволь показать тебе. Громко. Опубликуй файл. Отправляю, сэр. И... Есть. Отправлен. Ты чертов псих. Ты приговорил тысячи невинных людей. Вот что значит твой долбанный хаос. Для них важна только прибыль, а не люди. Ты следовал их правилам и законам и стал дрессированной обезьянкой. Жалкое зрелище. Ну все, убейте его. Хоба, хоба, хоба. Ну все, еще ему шваркни. Тух, тух. Все, блядь, ты дыщ. Док, давайте, надо выбираться. Крейн, спаси этих людей. Они этого заслужили. Они этого не заслужили. Райс. Крейн. Чего вы ждете, уроды? Стреляйте. Так, и что мне теперь еще убегать надо, да? Выход из темной области. 15 тысяч дали. Так. Беги. Так, а куда бежать-то, ёпта?
Так, да. Пиздец, блядь. Тысяч дали, 6 забрали. А, может, я сразу в безопасной зоне окажусь? Нет? Ну ладно. А нахер я вообще по верхам каким-то тут? Подожди, ты чё с... там... Они чё там, блядь, с фаус патрона стреляют? Так, куда? Хера вы деловые, блядь. Черт, чуть не влип. В смысле, чуть не влип, блядь? Водичка. Ох ты. ХП уже нету ни хера. Так, водичка, водичка, и чё? И чё, что водичка? А. Типа сюда, да? ХПшечка. Может, аптечечку какую-нибудь найду где, а? Короче, сейчас выберусь и все, на этом все сегодня, потому что... Да пошли вы еще, я, блядь, с вами тут возиться буду, да? С долбанными уродами. Все, здоровье. До 35 поднялась, дальше не растет. Так, подожди. И чё? Сбегите из штаба Раиса. Я нашел способ спастись с арены и жму на всех парах Брекену. Но Зеры мертв. Единственное, что радует, он отдал свои исследования Джейн, прежде чем его похитили. Так что еще есть надежда на исцеление. Так что еще есть надежда на исцеление, точно. Опять ты мутируешь. Так, бегите в башню. А сколько до башни? Ёб твою мать, у тебя сил-то нет убежать. Так, давай мы сейчас... Подожди, у тебя что, не... У тебя... А теперь мне нужно до тайника добраться, да, чтобы вещи вернуть свои. Ну ладно. Так, а чё ты, почему ты не можешь ускориться? Ты еще не оклемался или чё? А, ты... Антизина тебе надо вколоть, да? Черт тебя побери, блин. Я из-за этого, соответственно, и бежать не могу. А если я не могу бежать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я ж не вижу ни хера. Стопэ. Блин. Кого замочить и какашками обмазаться, чтобы не так сильно внимание привлекать. Ой, ж ты ж, блядь.
подожди, здесь есть вот безопасная зона. А в безопасной зоне должен быть тайник мой. А в тайнике... А в тайнике... Все, ты превращаешься. Зера... Зера умер. Да, в курсе. И я что, тоже сейчас сдох, что ли, или что? А, нет, я где-то... Черт. Что случилось? Брокен, ты в порядке? Где я? Пришлось спрятать тебя на причале. Люди Рейса охотятся за тобой. Не знаю, что ты там сделал, но они явно взбесились. Мне надо поговорить с Джейд. Зера передал ей все данные. Она передала их Камдену. Пытаясь... Камден сообщил нам по рации, что головореза Райса нашли его лабораторию, и он забаррикадировался внутри. Сидит и не может выйти. Потом связь оборвалась, и больше мы с ним не смогли связаться. Я иду за ней. Как она пробралась? Та часть города закрыта. Есть такие спасатели, контрабандисты, которые переправляют людей. Их штаб в баре Нико в котловине у автострады. Связного зовут Сэнк. У вас хватит людей собрать сброшенный товар? Последний груз бросили 36 часов назад. Больше грузов не будет. У нас мало времени, Крейн. Черт, я понял. Не знаю, получится у меня или нет, но я постараюсь. Знаешь, в такой ситуации большинство людей просто забилось бы в нору. Честь тебе и хвала. И удачи. И удачи. Так, все, выход безопасный. Эй, Крим, вот твое снаряжение, держи. Тебе привет от Карима. Поблагодари его за меня. Так, лук рейнджера. А, типа у меня... Нету этого. Ладно, в общем, мы это все на следующей серии подберем, возьмем. Давайте на этом будем заканчивать. В общем, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии, какие-то пожелания, предложения. В общем, все. Всем пока. До новых встреч.